Всем привет, с вами Тундер. Да, я до сих пор живой, вроде как. Ну, по идее, я опять вернулся и хотел бы поздравить всех с началом лета. Хоть сейчас уже и 7 число. Потому что немного опоздал, всего-то. А еще также я хотел сказать, что Outlast я проходил на уровне сложности кошмар. И проходил его впервые в своей жизни. Приятного просмотра. Я, бля, завис лагу. Опа, пидор. Опа. Ну, блядь, я знаю, что там сейчас будет, по-моему. Чё? Бежим! Опять узкие проходы, ну сказал же, я не люблю. Поросёнок. Мама. Весь игра кончилась, всё, сворачивай. Опа. Трилл камеру, верни, она 40 гривен стоит. И фонарик тоже отдай. Было классно, если кто-то стреляет с пистолета, можно было бы. Там его охранника спиздить его и все. Да нет, конечно, может не цыгане. Ха, плохая шутка, Дима. Бан. Блять. Термач. И хуй стекло. Тебе что, мама не говорила, что на стекло вставать нельзя? Осколки же в ногу воткнутся, дерьмо! Да нихуя, умру быстрее зато. Ой, бля. У меня же насморк. Корпорация Мерков, точка, подразделение в США, не, точка. Ордер на арест, имущество, дело номер 29475-8104. Относительно ареста имущества, двоеточие, психиатрический центр, в кавычках, Mount Defense Massive, да ну на. Не-не-не-не-не. Читай, сука. Вообще под стол пока. Сука. Читай. Тебе под столом сосать, что охранник лучше. А? Ты чем встал-то? Не, ну принц. Ха. О, ебать, плюнул. Ты куда? Чисто этот свин придет, нахуй, мне пизда будет, блять. Главное еще в правильный шкаф спрятаться, а то вообще гг. Вообще-то по скриптам он залез душка. Надо спрятаться. Да, кстати, почему двери так долго открываются? Петрила нет. Пидор сразу видно, знаешь. А как он проскользнул через того чилика? Куда я знаю, блядь? Может быть, он того чилика и поставил как раз таки, блядь. Чел, выйди из шкафчика и беги в подвал. Это спидран. Иди нахуй. Выйди, беги, беги, иди беги. Нахуй, блядь. Он стой в подвал не пойдет, беги. Иди нахуй. Беги. Иди нахуй. Беги, блядь. Иди нахуй. И беги. Бля. Шлюшка. Макдак с другой стороны петрила. И обернулся такой. Че за хуйня? Шкафы и разговоры. Ну ладно, пойду мак. Я комнату хаку заеду. Посмотри, а если он сейчас не придет сюда в течение 10 секунд, то я побегу. Раз. Два. Два. Три. Че микрофон? Я не офнул. А что это было? Не знаю, я просто замолчал. Просто что сделал? Замолчал. Пять. Восемь. Шесть. Семь. Восемь. Девять. А тут же мне придется заново все активировать, если я сдохну, да? Ну, сюда. Погнали, нахуй. Слышь, ты, пидрил, сюда иди. Сюда иди, бля, пидор. Нахуй иди. Ай, бля, больно. Перепрыги! Сруби! Сколько у меня там? 84%. Слайд-шоу. Дерри. А, бля! А, чё? Это видишь?
Ты это видел же, да? Да? Блять, ты это видел? Да. Да, я это видел. Пиздец, блять, мне. Так он убежал. А. То есть меня сейчас никто пиздить не будет, не? Или будет пиздить? Там челик прибежал. Это. Дырка или дырка? Дырка. Знаешь, ты сколько шоу класс блядь? Сколько? 18 минут. Блядь. 85. Что меня прижало? А, это. Этих штуки. У тебя уже ноль батареек. Мне наверх надо? Доберись до нижнего этажа мужского отделения. А, сейчас надо будет убегать тебе. Что, он воздух? Ты это видишь? Да. Да сейчас еще эта решетка обвалится где-то, да? Вот я сейчас упаду и дальше куда? Че? Я сейчас упаду с этой вентиляцией, дальше куда? Нам дверь открыть надо. Открой дверь. А если я не хочу? Можно я сниму? А тебе за того уже бегут. Блять, я вижу. Ну вот и побег. Ты можешь быстрее двигать эту дверь, ебаная. Я беру. Чел, тебе тут долго бежать, кстати. Валер Ридер. Нахуй. Жесть. Вот вверх, вверх, вверх. Что еще за музыка? Блин. You can't hide. Ой, ты дверь закрыта! Наверх! Их вверх. Тут трое! А куда? Направо наверх. Там прорыв! Да, спокойно. Интересно, а что будет в ту дверь зайти, где они? Я никогда не проверял. Я хочу проверять, даже не себе, блядь. Тебе не спрятаться, слушай. Уже. Хочу мои деньги. Куда, блядь? Да залезай, дебил! Да, блядь, подожди, блядь! Подожди меня! Ой, дурачок. Надо было дверь закрыть, надо было дверь закрыть, надо было дверь закрыть, надо было дверь закрыть, надо было... А я ж приеду прям к доктору Трагеру. Да. А потом бегать от Трагера. Блядь, ну бегать от Трагера, это еще ладно, это я могу стерпеть. Ну не от трёх же сразу, блядь. Он же просто... You can't hide. Какие деньги брать? Я Андрей Зубков не собираюсь долго давать, иди сюда. Открывайся, блядь! Пока. Как? Пока. Ебана. Да ты капец вообще какой-то. На секунду отвернулся, блядь. Блядь, он там пройти может. Вообще-то не может. А ля, там дверь открыта, и там тоже дверь открыта. Это разные комнаты. Разве? Че, погнали нахуй? Тут человек моется. Я вижу, ему там классно. Он еще один. О, и... О, заслоник. Заслоник. Блять. Можно с вами? Я что-то в кетчуп примайтесь. Не будем вам мешать. Ой, черик свалил, походу, отсюда, да? Что?
Да не надо, блядь. Ну, сука. Я так хотел, чтобы туда скример попал, бля. Блядь, я вспомнил этот скример. Я такой посмотрел, где что за кухня. Нажми на кухню, нажми на кухню. Блядь. Бля, хабуна. Блядь. Ай, скрабуля. Всем привет, с вами снова какой-то ноунейм. Вот я прошел этот видос, и теперь мне важно. Напишите в комментах, стоит ли мне делать подобное по DLC, Vista Blower или как его там, и по второй части. Потому что, в принципе, я готов такое сделать, но... А если не согласитесь, то я просто до себя пройду. Ну а еще видос пока если выйдет, как на этом видосе наберется 10 лайков. Точнее, я начну его делать, когда наберется 10 лайков. А вот когда я его сделаю, я не знаю. Я же тундер. Всем пока.